Привет, это клуб Spellscape. Сегодня у нас есть вот такой вот набор для Dust. В данном случае это называется Battle Group. То есть, если мы раньше видели стартеры, то можно вот это назвать стартером, полным стартером армии. Потому что здесь как бы нету кубиков, здесь нету мата, здесь есть именно непосредственно сами модели и сами вот непосредственно карточки, то, к чему оно идет. Они идут, в принципе, все уже собранные, есть иногда Prime версия, то есть как вот это, или же есть версии, допустим, которые идут покрашенные изначально, но от этого не меняется, собственно говоря, их не содержание, кроме самих моделей, и поэтому мы посмотрим непосредственно, что внутри. В данных наборах всегда уже достаточно крупные армии, то есть, ну вот непосредственно мы видим содержание данного набора, то есть здесь идет как раз командный отряд, это 16 очков, плюс отряд противопехотный, потому что они, в принципе, идут тут своеобразным таким РПГ. Дальше идет отряд штурмовой, это вот один из них, и плюс за 9 очков вот такой вот отряд снайперов. Как мы видим, это получается все вместе получается 56 очков. То есть, в принципе, это ровно, ну, практически ровно половина турнирной игры, потому что она идет обычно 125 очков. Для того, чтобы полностью действительно играть, уже видеть, как действует отряд и все остальное, здесь это возможно. Во-первых, сразу стоит отметить, что данная армия, если говорить вот именно о стилгвардах, они и не предполагают количество огромного. То есть здесь, вот, допустим, если добрать еще остальные отряды, поставить Гуайлоу и всех, то оно, в общем-то, и выходит ровно 125 очков. Так что тут как бы особенно не придерешься. Что касается самих моделей. То есть начнем, вот, допустим, с командного отряда. Как вы видите, здесь все указано стандартно. Новой версии, ну, текущей версии правил. Вот мы видим механик-инженер. Они, кстати, все, в принципе, ну, они снимаются. Тут их надо расщелкнуть. Не снимаются, в общем-то, и руки у них не особенно там сверх закреплены. То есть здесь вы сможете, в общем-то, даже вот эти части, они вынимаются тут очень легко, в общем-то, разобрать его. Это может облегчить покраску, если вы действительно вот хотите улучшить его, там что-то, допустим, зашпаклевать или что-то подобное сделать даже для конверсии. Также вот, если вы видите, вот есть уже такие вот черные шланги. Это именно идет такое у новой редакции модели. То есть у старых оно еще шло какие-то пластиковые такие обрубки, они были некрасивые, и теперь вот их исправили. В эту группу еще вот. Так, это инженер. Это получается. Вот, я не совсем верно. Нет, правильно. Получается, вот это медик. Такой вот. Эти все они снимаются. Детали. Шланг, видите, опять же. Видно, он идет уже совсем другой. То есть такой вот. Сказать, резиновый. Вот такая вот получается модель. В принципе, они практически идентичны в основном тому, что выходило раньше. Это вот именно набор такой, что вы можете купить как бы все сразу. Это непосредственно уже командная модель, опять же. Как видите, ноги здесь и тут поворачиваются. В общем-то, это все в этих суставах, естественно, просто расщелкивается и снимается. Просто так вот загрунтованы идут. Явно тут видно командная это рация. Ну и, соответственно, оружие, то, которое идет описано в самой карточке. Так, дальше. Ну, вот, например, вот этих достаточно любят. Вот видите, вот здесь легче просто снять. Снимается вот это верхнее забрало. И тут вы видите человека. Занимается. Ну, это снайперы. Ну, это отряд как раз снайпера. Здесь.
принципе, аналогичная сама механика, чуть другие вот эти обвес идет, который здесь, опять же, как и всегда, все очень детализированная и очень такая, ну, так сказать, логичная модель. Вот второй его напарник, то есть если вы, допустим, во всех остальных там идут по три модели, здесь две модели в отряде. Это вот такой вот. Тоже немного вверх поднимается, вправо-влево, то есть вот эти суставы. Опять же, только загрунтованные. Вот. Если говорить о карте, то вот сама карта. Ну, со всеми специальными их свойствами и так далее. Так, дальше. Ну, теперь посмотрим, допустим, штурмовой отряд. Что хорошо в этом наборе, здесь, в принципе, сосредоточены, ну, вот все модели, которые всегда играют. То есть, по большому счету, если вы набираете вот эти вот отряды, армию из таких моделей, или даже просто она может являться же еще частью ССУ стандартной армии, все равно вот эти вот отряды, которые здесь видно, они, в общем-то, всегда находят свое место в общей армии. Опять же. Видите, она не совсем плотно, они там прицеплены. Тоже я, вот они снимаются. Рука, вверх-вниз, то есть другой немножко тут сама механика. Но все равно очень и очень похожи по самому принципу, потому что это так оно и есть, это базовая модель, это от нее отходит. Вот следующая поза, такого закрытого. Тоже поворачивается, тоже тут здесь более плотная рука. Но все равно, по большому счету, удастся все модели можно каким-то образом без особенного труда. Если, ну, тут, допустим, нету человека, потому что здесь идет как бы такая закрытая забрала всегда изначально. Хотя они есть как отдельные наборы продаются, так что их можно, если совсем надо, даже засунуть туда. Так, и наконец последний вот с таким вот пулеметом. Как видите, лента тоже, хотя вот я специально хотел показать, вы видите, что лента очень и очень хорошо сделана. Если раньше они были такие, ну, скажем так, кривоватые, сопоставление различных патронов, гильзы, то сейчас очень и очень хорошо сделано, достаточно такая вот гибкая, но тоже рука, в общем-то, в принципе, здесь даже и не держится, здесь нету пилота головы, потому что она идет изначально закрытая. Ну и опять же, базовая модель та же, магазин просто здесь со спиной такой большой. И такая вот модель штурмового отряда. Так, и наконец, тут немножко, можно сказать, более модульный отряд, это противопехотные. И, в принципе, они идут с ракетами, и один из них там штурмовал. Вот такой идет. Стандартная мускалька. И вот лидер. Щит, пулемет, опять же вверх. И там немножко другой принцип, видите, этого. Его более полностью откидывается вся эта часть передняя. Опять же, чуть изменено сзади. В большинстве случаев он изменен. Не за счет, опять же, корпуса, а за счет обвеса. Так, вот такой вот. Дальше, ну, вот это, например, тоже вверх-вниз, справа-влево. Вот такой с РПГ. Вот. Тоже. Очень и очень детально. И вот, наконец, тут, ну, можно сказать, частично собранная модель. Тут, опять же, вот. Чуть больше эти шланги видны. Почему частично собрано? Потому что у нее есть вот сама ракета. Потом дальше она идет как бы вот с такими вот дополнениями. То есть вы можете, она просто крепится
получается сзади. Как бы у вас задача укрепить его, как здесь нарисовано, что сзади идет выхлоп, он отклеивается, и между самой вот ракетой и вот этим вот отрядом, вот здесь вот оно получается как бы вклинивается, и вот на картине можно это заметить. По большому счету тут уже каждый как хочет. Хочет это цепляет, хочет не цепляет. Оно есть такое похожее и у других моделей у них. То есть это как бы опциональное такое, оно никак не влияет на свойства самой модели. То есть кому-то дым нравится, кому-то нет, это уже индивидуально. Хотите, хоть даже его прицепить ему обратно. То есть это уже на выбор. Вот такой вот достаточно хороший и удобный набор. Для тех, у кого, допустим, не было ни одной модели Стилгарда, потому что они, ну, нельзя назвать, что это самые новые варианты этих моделей. Но, тем не менее, они здесь продаются в таком наборе, они всегда дешевле идут, они удобнее. Вот, потому что есть уже с резиновыми вот такими шлангами. И они позволяют вам, в принципе, сразу начать играть даже тем, что у вас есть. Так что достаточно выгодный набор, и такие есть и для других армий, и для других отрядов. С вами был клуб Spellscape, оставайтесь с нами, смотрите наши новые обзоры и обучение играм.